Хай, народ. Эй. Сегодня я на вот этом. Ты что, запустил уже? Да. Окей, запуск. Пошли попробуем операцию новую. Монеты, операция расколотой сети. Операция у нас сегодня нужно добыть образец вируса запретной зоны из лаборатории Феникс. Кто-то решил позвонить. Это все как бы нормально. Скини добавили. Прикольно, кстати. Чё? Скины, смотрю. Артур Флекс какой-то в страже сидит. Вот это какая-то хрень. Чё так долго ищется эта операция? Она должна быть... Там, типа, спавнит карту какую-то. Карту грузит и ботов, да? На полчаса где-то серия выйдет. Может, меньше. Ну, все, принимай. О-о-о. Прикольная картинка. Не знаю, я не успел посмотреть. Где... Это что-то новое вообще. Нам нужно зачистить какое-то помещение. Сейчас у меня что-то нагрузит. Во все окружать. Чего тут? Ема. Стив Росси. Hello, Франсуа. I know you've missed me, but it's time to catch up. I have it on good authority that Franz Krieghelm, one of Valeria's top lieutenants, is operating out of the Mediterranean. Pistolet, наверное, лучше P250. He's dipping his toes into biological warfare on a private island. Your mission is to breach the facility and get a sample of any biotech he's developing. So pick out your gear and get to the deploy zone. You're leaving ASAP. Welcome to Operation Shattered Web. Куда нам надо? А куда? А, 3 секунды до начала. Только походим. А, так. Мои источники сообщают, что образцы хранятся в тоннелях под Казбой. Храните туда, добудьте образец, возвращайтесь, пока вас не заметили. Да, нас не заметят. А где находится эта база? Только вот там, наверное, на то, вот там. А куда нам идти? Вот сюда? А, вот, да. Вот. Ты кого там стреляешь? А ты шприт заюзай. А, это дверь открывает. Вот дверь, смотри. Alright, there's the Casbah. Secure the area and find a way into the underground tunnels. Дроны. Вот там справа. Тут забор. Куда? Вот сюда нам. Я понимаю, я пытаюсь попробовать. Мама,
Тихо. Там еще вдали. И там муха где-то. Ну я думал, ты той стрельнул. Не. Тут целится справа. Он на вышке, он на вышке. Опять тебе, чел. Так, на вышке чел. Может, Галил возьмем? Галил возьми. Я с ППшкой. У нас 100 хп или 200? Мне 60. Так, муху не брать я не буду, нет смысла. Так. Мне нет смысла муху брать. Чё он? Тихо, тихо. А ты заюзай этот шприц. Петух. Так. Так, нам куда? Может, наверх сюда? Вот, подсвечивается дверь. Чего? Тихо. Слышал? Может, вниз? Внизу дверь открыть. Да, внизу. Need help. Тут патроны. Открой мне дверь. Ну вот там лежат, вот слева, ты увидишь. Нам надо с этой стороны как-то пройти. Давай, открывай, беги. Как-нибудь стрельни. Не-не-не, бери все. Вау, прикол. Чё там? Тяжелая броня? Да. Чего? Патроны возьми, мне не надо. Так, все. Так, вот тут сейчас не сила, наверное. Well, hello. Now this is a fascinating situation. Israel to have visitors here of their own volition. Though seeing the source of this interruption, I suppose I shouldn't be surprised. Felix truly has an eye for talent, doesn't he? Наверное, сверху пойду. But defeating Valeria's ideologues is one thing. Use it. Surviving against proper killers is quite another. Attention! Whoever brings me the head of these intruders will be granted their freedom. Я ни хрена. Это что такое?
вообще же капец. Let's see who the lucky winner is. На 50, надеюсь. Your talents are wasted by serving Felix. You have so much more potential. If you survive, perhaps I can show you what you're really capable of. Флешка. Патроны. Патроны. Тихо! Какое? Где? Так. Капец. Я шприц вот взял. So ты взял шприц? But consider this. Why do you think Felix knows so much about this place? Perhaps you don't have the whole story. Perhaps I am not the demon he's making me out to be. М-ка. Может, М-ку возьми? Да, да, да. Бегут. Это джиггернаут. Уйди, полекайся, полекайся, полекайся. И у тебя нету. Фух. Петух. It's really not in your best interest to leave. Stay. Return the sample. Join my experiments. And if you emerge victorious, I will show you how the world truly works. You could be so much more than Felix's cat's paw. Ну, вот в ту дверку, наверное. Нам, получается, надо покинуть. Вот, дверь подсвечивается. Готов? Ага. Броню. Кто? Давай ты броню. У меня 150, у тебя сколько? У меня 98. Так, что дальше? Темно. Закрыто. Закрытие грузы. Проверить тебе лишний раз, как не мешает. Нет, это дымок. О, шприц. Флешки нужны там еще.
Сзади дверь. Это открыто. А вот лесенка, что-то. Glad you made it out of there in one piece. We have a helicopter standing by for extraction. Get down to the coast and secure a landing zone. Блин. Талик, наверное. О, М-ка еще, бери патроны. Любимая пушечка, значит. Тут двери подключаются. А тебе чё? Авик? А смысл, если нас пушить будут? Тут еще тоже патроны. Тебе нужны? Броню возьми, броню возьми, броню. Вот тут броня. У меня типа тоже хилки нет. Вот патроны. Бери. И броню возьми. Там, конечно, патроны есть, если надо, забери. У меня есть 30-90. На хинку. Спасибо. Это закрыто. 5 вниз. Да где вертолет? Мы здесь были, по-моему. Нет, нет. Чё-то не то, мне кажется. Вниз или вот эта дверь? Нет, не открывается. И это не открывается. Ух ты! Ты хватит там прыгать, ты бы не хоппер. Иди сюда. Ты будешь спускаться? Так, это две открытые. Чё ты? Мне страшно. У тебя шприц есть? Да, не знаю. А, ну ладно, я заюзаю. У меня 86, я пока не буду. Ну, а к той кнопке не хочешь подойти, нет? А, сейчас снайпер клевом будет. Медалька! Медаль! Подсади меня, подсади! Видишь медаль? Да. Может еще? Может надо было собрать? Там одна из трех типа. Куда? А как мы их соберем? Можешь не собираем, типа их не видно. А где вертолет? Great work. The helicopter has been dispatched. ETA 1 minute.
хую. Как Джаггер будет? If you do not stop these intruders, you will find yourself in the next round of experiments. Я предлагаю ему это смог кинуть. Тут патроны. Нет, не спешил. Дуна. Тихо. У меня патрон не было. Не. Тут дверь. Тут еще медаль. Тут сейвдов, тут такое. Капец. Да, всего лишь ты финал дашь. Тоже логично. Тут где-то снайпер. Юзайся. Тихо. Эй. ХЗ. Сверху убил. Галилу я не слышу. Ну да. Нет, я не помню, что подбирали эту Галилу. Наверх у меня будет сразу типа, с ними. Давай, я... Так, попробую флешку откинуть.
Джаггерс. Сколько типа башки надавал? Патрон нету. Да, остальные лучше. Сейвудов такое. Возьмешь, когда еще не будет, и патрон побольше. Ну, вот так МП. Ой-ё! Well, hello. Now, this is a fascinating situation. It's rare to have visitors here of their own volition. Though seeing the source of this interruption, I suppose, I shouldn't be surprised. What the Felix придум? Truly has an eye for talent, doesn't he? But defeating Valeria's ideal of surviving against the proper is quite another. Attention! Whomever brings me the head of these intruders will be granted their freedom. Патроны. Let's see who the lucky winner is. 64. Не, хороший. Impressive. Your talents are wasted by serving Felix. You have so much Он светится, почему? Potential. If you survive, perhaps I can show you what you're really capable of. Ау. Вот тут аук. О. О. Тебе дать? Я так понимаю, разная оружка, да? Нет, там туда. Куда? А, точно. Забыл. Блин. Погоди. Я сразу за эмкой зашел. Угу. Да блин, я не могу. Чего? Давай, проползай до конца, до упора и спрыгивай. А, Джаггер. And so you found what you were looking for. But consider this. Why do you think
Felix knows so much about this place. Perhaps you don't have the whole story. А нафиг мне бежать? Perhaps I am not the demon that is making me out to be. Основится, мы их примем. Они справа. Или слева там тоже. Два джаггера. Нормально вам там? It's really not in your best interest to leave. Stay! Return to sample. Join my experiments. And if you emerge victorious, I will show you how the world truly works. You could be so much more than Felix's cat's paw. А мне зачем? Я ух. Я патрончик чуть-чуть возьму. У меня 91. Ну пусть лучше у тебя будет. А у тебя ты патроны все взял, которые надо? А, я тоже не могу. Может, он там опять на улице кто-нибудь, потому что этот был на улице, тот на улице. For extraction. Get down to the coast and secure a landing zone. За угол не попадать, вот это. There's a helipad nearby. Secure it. А бронь взял? Броньку взял? Это не очень хороший выбор. Бери калаш. Тут еще калаш. А, нет, вот. Зачем? На ух, прицелом. Голос отключен. Голос. Знаешь, я на мышку нажимаю, типа, вот твой конфиг, и у меня теперь в левом нижнем углу показывается голос отключен. Я не помню. Ну, блин, мы считаем то зачистить. Эта дверь не открывается. Нет, там другой проход должен быть, почему на уверхне. Мы отсюда пришли.
Там должен быть какой-то чекпоинт, не зря же придумали. Добдурить систему решили, наверное. Нет, мы туда как раз должны пойти. А вот и двери. Я понял, лучше сидеть я буду за этими бетонными вот такими трубами. Я откидываю смог. Просто чтобы по мне не заходили. If I may have your attention. If you do not stop these intruders, you will find yourself in the next round of. Я слева, ты справа. Да. Только мы не успеем с тобой его забрать. Лестница, беги. Их попробую отогнать. Гоу, ну что? Чё, с этой стороны бежим налево, налево. Так куда бежать-то? А, мы... Ну, прошли это, еще раз пройти. Attention! Whoever brings me the head of these intruders will be granted their freedom. Это кто? Let's see who the lucky winner is. Не знаю, это. Impressive. Your talents are wasted by serving Felix. You have so much more potential. If you survive, perhaps I can show you what you're really capable of. Аук? Так, а тут чё? Где?
по идее, да. Ладно, пофиг. Бери вот этот. Прилив. Дай молик. Сейчас они будут. Perhaps you don't have the whole story. Perhaps I am not the demon he is making me out to be. Че, не пошли в море? Умные какие-то. У меня патрон закончился. Тебе патрон нужен, кстати? It's really not in your best interest to leave. Stay! Return to sample. Join my experiments. And if you emerge victorious, I will show you how the world truly works. You could be so much more than Felix's cat's paw. Бери все брони, потому что ты более нужный игрок. Я. У меня 118. There's a helipad nearby. Secure it, and we'll get you out of there. У тебя броня есть? Так, хилки, хилки, ладно, без хилок. Ага.
If I may have your attention. If you do not stop these intruders, you will find yourself in the next round of experiments. Grenade out. Что-то дали. О, нажми по это паузу, ты провел. Кровострел, звон, начал. Запечатанный график бит уже таки фиолетовый. Так что? Пошли к ним, Дис. Пойдем, всем спасибо за просмотр. Goodbye.